Забайкальский краевой суд 5 февраля поставил точку в трагической истории 6-летнего Руслана Коробкова, погибшего в стенах краевой детской клинической больницы от рук психически нездорового пациента. Судебная коллегия по гражданским делам обязала медучреждение в качестве компенсации морального вреда выплатить 1 миллион рублей маме погибшего мальчика, Валентине Коробковой. Полученные деньги, скорее всего, пойдут на восстановление ее здоровья, сильно подорванного постоянными стрессами. Жизнь, здоровье ребенка, оно дороже этих денег, но тем не менее, хотя бы даже подлечить и поправить свое здоровье, она на эти деньги, я думаю, что в дальнейшем, как бы, ну, у нее все-таки получится. И помимо того, что во время трагедии, когда это случилось, она была в положении, естественно, все это сказалось на ее младшем самом ребенке, которому нет еще и года. Стоит отметить, что суд первой инстанции обязал больницу выплатить потерпевшей всего 300 тысяч рублей из заявленных в иске 3 миллионов. При поддержке правозащитников и прокуратуры Забайкальского края Валентине Коробковой удалось добиться удовлетворения иска, хоть и не в полном размере, но хотя бы трети. Мы считаем, что заниженная сумма компенсации морального вреда не способна заставить руководителя учреждения здравоохранения пересмотреть свое отношение к пациентам и тем самым не способствует качеству выполнения должностных обязанностей. Будет ли больница обжаловать судебное решение, пока неизвестно. Однако в зале суда главный врач заявил, что медучреждение испытывает финансовые трудности и не имеет возможности заплатить миллион за смерть маленького пациента. Никита Гребенников, Вадим Светлаков, ЗапТВ.